В это дерби, во-первых, полный стадион. Понятно, что болельщиков «Спартака» было больше, но тем не менее наш сектор был полон. Но, наверное, первые 15-10 минут это все-таки, можно сказать, такие переживания. Играли, нащупывали темы зоны, через которые можно играть. Но «Спартак» реализовал свой момент, забили мяч. Всегда сложно отыгрываться, но тем не менее были моменты для того, чтобы сравнять. Но «Спартак» здорово сыграл в обороне. Чуть подробнее, пожалуйста, о коррективах, которые внес Юрий Павлович Семин, в частности, о чем тебя просил, когда ты на замену выходил? Всю команду я не слышал, что говорил, но то, что я находился на поле, чтобы перерыв, команда была в раздевалке. Что касается меня, просто выйти, обострять, играть вперед больше, стараться забить. Но был момент хороший, но, к сожалению, не забил. С точки зрения психологии, это поражение, оно как-то окажет сильное влияние? Я думаю, надо забыть просто. Понятно, что это неприятно. Команда набирает очки, мы их теряем. Поэтому, тем не менее, надо двигаться дальше. На этом жизнь не заканчивается. Но скоро игра, и надо перестраивать, забыть эту игру. Сделать разбор матча, что не хватало. Для этого будет, безусловно, теоретическое занятие, на котором мы разберем моменты. И уже 16-го игра готовится.